А, блядь. Зайди в пару. Алло. Да. Так, здорово, что делать вообще? У тебя она открылась уже? Ну, у меня 5%, 6% загрузка файла. Остановиться, да, чуть-чуть внутри. Да, что там многовато, долго. Ну, нормально. Типа объясню. Короче, а мне потому что через одну минуту уже стрим заканчиваю. Почему? Потому что у меня сегодня бизнес-встреча в кальянке. Ну, это либо по-твоему не бизнес. Ну, не, братан, там реально концерт надо обсудить, и кто на него едет, и какие билеты. Может, тогда уже завтра тогда? Ну, ты сказал то, что 10 минут для нарезки. Ну да, да, 10 минут для нарезки. Если так. Ты сейчас откроешь, короче, все, ты появился, да? Так, все. Уровень 1. Все, отлично. Ой, братан. Че? Не, короче, тебе нужно прокачиваться, чтобы открыть главный контент. Как? Короче, ну тебе нужно там поставить монстров, чтобы тебя... Тебе нужно главное открыть вкладку «Друзья», чтобы у тебя снизу появилось. Я не знаю, как это тебе сделать, если честно. Уже есть нарезка? Еще нет. Ладно, тебе похвастаться? А. У меня есть видео в ТикТоке, которое набрало уже 4,5 миллиона. Чего, блядь? Оно в мировые рекомендации залетело. Чё нахуй? Угу. А у меня, по-моему, такого до сих пор нету. У меня 4,5 миллиона, 2 300 и ещё 2 миллиона. Ебать, чё? Братан, я хайпен мэн. Хайпер. Нихуя себе ты хайперит, блядь. Как... Вон, задание, нажми задание. Задание. Так, может, хватит уже, типа, на сегодня? Ладно. Ну все, бля, ну, охуенно, не, можешь, реально. Ты можешь, типа, просто сейчас, ну, это, типа, сделать вид, как будто только что этого мост увидел и какую-то реакцию на игру ну, сделать, типа, чё, типа. Давай, все, ты молчишь, типа? Сейчас, смотри. Бля, чё за звук, нахуй, я не понимаю, бля, чё за хуйню вы мне порекомендовали, бля. Что это, блядь, это где она? Фу, блядь, что это за хуйня, нахуй? Блять, у камня ноги, руки, блять, какие-то пальцы, блять, небритые. Вот они не стриженные. Пиздец, блять. Все нормально? Да, хорошо. Небритые пальцы, это хорошо, скажем. Так. Так называемый зрил, да, реально. А теперь нужно вторую реакцию, типа, наоборот, позитивную. Типа, вау, он такой смешной. А ну-ка, да, давай. Да блин, откуда этот звук, блин, ребята? Классная игра, а ну-ка. Блин, смотрите, какой смешной! Гляньте, у него эти пальцы небритые! Все нормально? Да-да-да. Бля, это миллиарды в ТикТоке точно будет? Да. Братан, ну это нормально, на YouTube Shorts пойдет. Да-да-да-да-да. Так, инфо. Ну, знаешь, теперь это третью реакцию, типа, после, типа, похуй, типа. Фэнди, худи. Типа, поняли? Фэнди. Ура! Фу, блядь, заебал. Это мобильная игра, да? Ну, вообще, да. Сука, ебать. Бахму? А, бля, ой. Так, а ну-ка. Я его могу куда угодно поставить? Сейчас. Да. Блядь, ускорить. Сука, тут еще 100% донаты, да, есть? Угу. Так, ну я их близко поставлю. Че это, блин, за этот хрен волосатый, зубастый? Я осуждаю. Он бам-бам-бам поет песню. Бам-бам. Я осуждаю. А как его заставить другой петь? А это нужно вот до другого острова тебе переходить, там, на остров композитора. Тебе нужно открыть вот это самый главный контент, как бы. С моей другие острова композитора, видите, типа, из этих мостов реальные песни, типа, знают. О, он дал деньги. Нажми на задание, вон, задание. Бам, 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 бам.
Маленькая пекарня, блять, пекарня. Ты и я, не мы с тобой. Печенье готовить, зачем? Это чтобы их смазать, по-моему. Сколько сюда задонатить? О, печенье, гля. Братан, тебе не нужно, тебе для донатить сегодня не надо донатить, реально говорю. Че-то этот урод хочет каменный кормить. Он еще хочет? Да ты охуел, блядь, а второму пенису волосатому? Да пошел ты нахуй, гондон, блядь, я этого хочу, мне больше нравится. Да пиздец, блядь! Сколько ему надо, блядь? Пиздец, деньги дают еще. Вот это. О, соплезуб! А ну, я хочу соплезуба родить. А почему у художника такая какая-то на пальцах ног какая-то, знаешь? Да, вроде типа ты рисовал. А, бля, тоже верно. А ну-ка, что он будет делать? Это теперь мой любимый, я хочу его покормить чем-то. А, да, точно, блядь, задание. Блядь, сейчас. В баре зависает стужа, я простужен. Пара гренок уже никому не нужен. Только бы не выпили наружу, я уже я погружен. Никому не нужен. В баре зависает стужа, я простужен. Пара гренок уже никому не нужен. Только бы не выпили наружу, лицом в лужу я погружен. Никому не нужен. Купил билет 3500. Сколько лет? Сел на бур. Интроверт силами собрался, а в ответ хули доебался. Тихо, я сижу на лод. Ищу выход, радуюсь находке. От метро карта ведет безумный город. Но в баре отличный выпить пол. В баре зависает стужа, я простую. Пара гренок уже никому не нужен. Только бы не выберли наружу, если можно я погружу. Никому не нужен. Все, жестко для тиктоков. Заткнись, школьник. Все, тебе нужно потом докачаться и главный контент открыть, как бы. А это без стримов? Почему вагины на глазе? Не, почему со стримами? Там тебе 5 секунд осталось. А, ну ладно, все. Я тебя обучу, я тебе скину референсы свои, да, как бы, что залетело. А как выйти отсюда, на 4, я понял. Да, все, давай, братанчик, ты там что-то собираешься, братан, подрубать, не? Не-не-не. А ты что-то рано в последнее время ложишься. Ну, я сейчас болею сильно, жестко. Ну, я, ребята, вас отправлю к МС Чумир, чтобы он, как бы, доел. Все, всем пока, хорошего хайпа. Да, спасибо большое всем зрителям, в особенности спасибо Пёрпле, да, вот этому донатеру, который мне сразу 1 000 000 денег задонатил. Я купил мне цветы, как минимум. Вот. Ну, нормально. Нормально, хайпово. Все, ребятки, давайте, целую, обнимаю. Я пошел, бизнес, бабки, деньги.